Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Господа Его Слова и продолжающих изучать тему о Божьей защите. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст Библия читаем вместе. Это уже восьмой выпуск, а в прежних выпусках мы с вами рассматривали связь между защитой Бога и важностью того, чтобы мы со своей стороны могли молиться о всех человеках, о царях и о начальствующих. И на основании слова апостола Павла мы видели, что между этими двумя составными есть прямая взаимосвязь. Для того, чтобы мы могли иметь жизнь тихую и безмятежную, нам важно совершать свои молитвы о других человеках, о всех человеках, правильно, эффективно, используя в этих молитвах что-то больше, чем напоминание Богу о том, чтобы у всех все было хорошо. И также мы увидели, что ропот, возмущение, недовольство или упреки в адрес других людей, в адрес начальствующих – это не тот рабочий инструмент, который Бог нам дал. Бог призывает нас молиться, совершать моление, прошение и благодарение за всех человеков. Именно идя таким путем, Бог говорит, вас ожидает в результате жизнь тихая и безмятежная. И мы уже раскрыли с вами, что каждый человек на этой земле уже является собственностью Бога. Почему? Потому что искупительная цена уже заплачена. Иисус уже стал Господом. Дьявол уже осужден. Суд уже состоялся. Власть на небе и на земле уже передана Иисусу. И также мы увидели, что Иисус делегировал свою власть каким-то особенным людям на этой земле. Что же это за люди? Это рожденные свыше дети Божьи. Именно церковь, как правительственное собрание, наделена властью разрешать на земле что-либо или связывать. Позволять, чтобы воля дьявола могла приводиться к проявлению или же приводить к проявлению волю Божью. На основании тех мест Писания, к которым мы обращались, мы с вами это уже увидели. И сегодня мы с вами постараемся уже перейти более детально к тому, каким образом нам с вами необходимо применять власть. Как эта власть может приводиться в действие. Что для этого необходимо? Как это активировать? Что делать для того, чтобы воля Божья могла приводиться к проявлению, а воля дьявола могла останавливаться в своих действиях? Обо всем этом мы постараемся поговорить с вами в этом выпуске. И перед тем, как мы с вами к этому перейдем, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса Христа, мы нуждаемся в тебе. Мы принимаем Слово Твое, мы принимаем Твое служение, Святой Дух, в нашей жизни. Мы желаем, чтобы истина Твоя, она преображала наш разум и преображала всю нашу жизнь. Мы соглашаемся и мы позволяем тебе, Бог, оказывать сегодня влияние на нас своей истиной, благодаря служению Святого Духа. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, откроем Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. История, которая произошла с Иисусом и его учениками. «Вечером того дня сказал Иисус им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему учитель, Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он запретил ветру и сказал морю умолкни перестань. И ветер утих и сделалась великая тишина И сказал им: Что вы так боязливы? Как у вас нет веры и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Итак, перед нами сейчас история о том, как ученики вместе с Иисусом переправляются с одной стороны моря на другую. И в этой истории давайте мы сразу же обозначим эти два измерения. Воля Божья и воля дьявола. Где в этой истории? Осуществление воли Божьей, что есть воля Божья, и где в этой истории мы видим осуществление воли дьявола. В 35 стихе мы с вами видим, Иисус обращается к своим ученикам и говорит, ⁇ Переправимся на ту сторону ⁇ Давайте обозначим, что это была за фраза ⁇ Переправимся на ту сторону ⁇ если мы помним с вами прежние слова Иисуса, которые он говорил ⁇ Я ничего не творю сам от себя, я ничего не говорю сам от себя, сын ничего не творит, если не увидит Отца творящего ⁇ Если все эти слова, которые Иисус говорил о себе, они истины, значит и эта фраза ⁇ переправимся на ту сторону ⁇ была ничем иным, как озвученной волей Бога Отца. Иисус сказал волю Божью. Какая она была? Воля Божья. Мы переправимся с этого берега на следующий берег. Когда мы опускаемся ниже и смотрим на описание в следующих стихах, то мы видим в 37 стихе поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. И вот здесь нам уже стоит с вами разобраться. Великая буря, которая сейчас поднялась. Волны, которые бьют в лодку. Это что? Воля Божья или воля дьявола? Что сейчас приводится к проявлению? Кто-то скажет, ну, может быть это Бог так захотел. У него был такой замысел произвести бурю, ну а потом, а потом что? Ну, потом показать, какой Иисус могущественный, величественный может словами успокаивать шторм и бурю. Ну, понимаете, это противоречит одно другому. В 35 стихе Бог озвучил «Моя воля, чтобы вы переправились». «Моя воля не в том, чтобы вас погубить здесь». «Моя воля чтобы вы двигались дальше свободно и беспрепятственно. Вот моя воля. А все то, что противостало осуществлению воли Божьей, нам с вами важно отнести к воле дьявола. Потому что, опять же, если мы шторм и бурю отнесем в категорию «это воля Божья», Тогда Иисус в 39 стихе, который поднимается и написано ⁇ Запретил ветру ⁇ и сказал морю ⁇ Умолкни, утихни, перестань ⁇ Иисус что тогда? Противится воле Божьей? Разрушает волю Божью? Останавливает в волю Божью? Видите, это абсурдно. Это не стыкуется. Что мы с вами сейчас делаем? Мы с вами четко отделяем, где воля Божья, а где воля дьявола. Итак, что мы с вами сделали? Мы с вами ясно обозначили, где воля Божья, а где воля дьявола. И когда мы смотрим с вами на то, как ведет себя Иисус, то мы видим, что после того, как его разбудили, он обращается к кому? К ветру и к морю. Он говорит с ними. И что он им говорит? Он говорит им два слова. Умолкни и перестань. После чего в 39 стихе ветер утих и сделалась великая тишина. Итак, выделите для себя. Иисус говорит слова, после которых внешние обстоятельства начинают меняться. Ветер утихает, море утихает, и делается великая тишина. Что происходит? Внешние факторы приходят в согласие с волей Божьей. Но вот эти физические материи после чего начали изменяться? После того, как Иисус сказал слова воли Божьей. И смотри, интересно, вот эти слова умолкни, перестань в 39 стихе, что они означают согласно словарю? Слово умолкни, ведь это на самом деле означает молчать, умолкать. А вот это слово перестань, оно, оказывается, означает заграждать рот или уста, зажимать рот, заставлять молчать, надевать на мордник или надевать колодку. Посмотрите, как Иисус разговаривает с этой бурей. Обращаясь к ней, он говорит, умолкнуть, то есть он буквально закрывает ей рот и говорит, хватит проповедовать свой страх, хватит проповедовать картины поражения. Но если задаться вопросом, а откуда она взялась вообще эта буря? Она не могла взяться сама по себе без взаимодействия человека с духовным миром. Точно так же, как Великая тишина не произошла сама по себе, она произошла благодаря тому, что Иисус, как Сын Человеческий, привел волю Божью своими словами к проявлению. Тогда, возвращаясь, а буря-то откуда взяла начало возрастание этой бури должно было брать свое начало точно так же от взаимодействия духовного мира и человека. И одними из участников увеличения этой бури как раз и были ученики, находящиеся в этих лодках. Потому что когда мы смотрим в 38 стихе на их финальный возглас, то он звучит так. «Учитель, да неужели ж тебе нужды нет, что мы погибаем?» Чем сейчас наполнен уже их максимум вопля? Он наполнен, первое, упреком в адрес Бога, второе, озвучиванием воли дьявола. Какой? Мы погибаем. Но понимаете, для того, чтобы дойти до такого состояния, до таких фраз, я убежден, что этому предшествовали менее весомые фразы. Какие? Посмотри, тучи собираются. Неужели шторм будет? Скорее всего, да. Вроде же не должно было. Ну так гляди точно. И ветер, смотри, усиливается. Однозначно усиливается. Может, успеем переправиться? Ну не знаю, будем пробовать. А вдруг не успеем? Может, давать на другой берег? Так Иисус сказал же на тот переправляться. Но ветер же усиливается. Смотри, волны все больше и больше поднимаются. И я убежден, что сейчас профессиональные рыбаки вообще не друг с другом. Не только констатируют происходящие факты, но и озвучивают вероятные грядущие последствия. Ну никуда мы с вами от этого не денемся. Вот такой у нас привычный, естественный образ мышления, мудрости земной, душевной, бесовской. И можно сказать, ну они же просто констатируют факт, ну они просто поднимают какие-то утверждения из своего опыта. Они же опытные рыбаки. Они знают, в какой последовательности развивается буря. Вот они и говорят об этом друг другу. Вы понимаете, это не просто разговоры друг с другом. Это не просто обсуждение. Это не просто констатация факта. Это есть все большее и большее озвучивание воли дьявола, которое приводит в результате к все большему и большему усилению ее реализации. Воля дьявола ⁇ это буря. Эти волны, этот шторм набирает обороты именно благодаря сопричастности тех, кто сейчас находится посреди этого шторма и этой бури. Но вы скажете, ну а что им еще надо было говорить? А вот как раз Иисус ожидал со своей стороны, что они будут вести себя как-то по-другому. С чего ты это взял? Да потому что, когда Иисус обращается к ним в сороковом стихе, Он задает к ним два вопроса. Первый. Что это вы так боязливы? Как у вас нет веры? Если мы посмотрим на ту же самую историю в Евангелии от Луки в 8 главе, то в 25 стихе Иисус это скажет вот так, где вера ваша. То есть, если мы сейчас с вами просто глянем на эти три вопроса, которые Иисус озвучивает своим ученикам, что это вы так боязливы, как у вас нет веры или где вера ваша. Если он задает им эти вопросы, значит, соответственно, он ожидал, что они не войдут в такое состояние страха, и они что-то будут делать со своей верой. На что он удивляется и говорит, а как это, а где ваша вера, а почему вы не применяете вашу веру? Потому что, другими словами, то, что сделал Иисус, должны были сделать как раз ученики. Можно сказать, ну как же они могли такое сделать-то? На основании всех тех уроков, которые Иисус прежде преподавал им. Притча о сеятеле, притча о малом горчичном зерне, слово, которое человек принимает, и оно, хоть и самое малое, но может произрасти в великое дерево. Иисус объяснял им, откуда и как берется вера, что она напрямую связана с семенем Слова Божьего. С ним надо что-то начать делать. И в начале этой истории мы видим, Иисус дает им. Дает что? Дает им слово. Какое? Переправимся на ту сторону. Но это он просто сказал им координаты маршрута. Нет, это не были координаты для маршрута. Это было слово воли Божьей. Что им нужно было делать с этим словом? Им нужно было взять это слово, вложить его в свое сердце и в свои уста и держаться только его. Вы скажете, ну как это? Ведь факты же вокруг них. А им как раз и нужно было на эти факты реагировать в соответствии с теми словами, которые Бог сказал об этой переправе с одного берега на другой. Мы переправляемся. Но смотри, вот облака собираются. Ветер начинает усиливаться. Мы переправимся и ничто нам не воспрепятствует. Проходит время и кто-то говорит, смотри, волны чуть больше начинают еще подниматься. Это не воспрепятствует нам. Мы переправимся на ту сторону. Но этот шторм не дает нам переправиться. Воля Божья говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы переправились. А эта буря мешает нам. Она препятствует нам. Но Бог же сказал, что мы переправимся. А ветер нам в лицо. И волны, и ветер. Они мешают нам плыть вперед. Они мешают не нам. Они мешают осуществлению воли Божьей. Тогда что? Тогда нам нужно сказать им, обратиться к ним и сказать им волю Божью. Какую? Вы должны умолкнуть и утихнуть. Вот к какому алгоритму мышления должны были прийти ученики, оставаясь стоять на прежде озвученных Иисусом словах воли Божьей. Ну а почему они так не действовали? Почему они так не говорили? Потому что прежде всего они не верили в то, что от их слов что-то зависит. Они все еще не думали, что они, как образ и подобие Бога, могут посредством слов, исходящих из уст своих, приводить к проявлению процесса сотворения. Они все еще продолжали относиться к своим словам как к средству коммуникации друг с другом. Мы просто информацию передаем. Наши слова это просто звуки, необходимые для того, чтобы одна сторона могла сообщать другой то, что находится в ее голове. В то время, когда Бог изначально, создавая человека, создал его как свой образ и подобие чтобы мы с вами функционировали, как Он. А Бог приводил свою волю к ее проявлению не руками, а посредством своего слова. Вот почему, как для дьявола важен человек, чтобы человек мог приходить с его мыслями в согласии, а потом говорить своими устами его волю. Точно так же и Бог прежде всего ищет взаимодействие с человеком для того, чтобы тот мог приводить его волю к проявлению посредством слов своих уст. Более детально мы поговорим об этом в следующих выпусках. Потому что если мы будем продолжать относиться к своим словам так же беспечно, как и прежде, то ничего хорошего из этого получаться не будет. Дьяволу легко будет находить возможность, как через факты, видимые обстоятельства, через ваши эмоции проносить и вкладывать в ваши уста слова своей воли. А это чревато тем, что вы сами, своими же устами, все более и более будете усиливать ту бурю, те планы, которые враг хочет осуществлять на вашей территории. И вы же своими словами будете все больше и больше блокировать осуществление воли Божьей. Итак, об этом мы поговорим с вами в следующих выпусках. Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание в этих стихах. А что по этому поводу думаете вы? Кто желает, добро пожаловать, пишите обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы с вами обсуждаем прочитанные стихи недели, делимся откровениями, молимся вместе и растем в вере. Аминь. В завершение давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свое Слово, Ты излил на нас своего Духа, и мы способны иметь Твою веру, и мы наделены всем, чтобы приводить Твою волю к Ее проявлению в нашей жизни, в жизни этого мира, в жизни этого поколения. Во имя Иисуса мы просим Тебя, научи нас, наставь нас и помоги нам. Всегда и во всем творить только волю Твою во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.